Ну что, друзья, наконец у меня дошли руки до подарочных черенков, до тех, которые я хочу подарить. Вот я промаркировал все свои черенки для подарка. Хочу похвастаться это вот своими первыми черенками. Вот такой вот память учителя. Вот, это вот подарочные, то, что мне РПС подарили. Я замаркировал их все. Вот. Вот, посмотрите. Вот, это вот изумление, по-моему, в Тамбовскую область меня просили. Наконец, у меня руки до этого дошли. Вот, хочу Орду продемонстрировать. Смотрите, какие шикарные. Вот, здесь Дубовский розовый у меня. Вот, смотрите, тоже отличные черенки. Короче, наконец-то счастьем я занялся. Вот, пришли новогодние праздники, мини-отпуск. И, конечно же, очень-очень приятно это делать. Самые тонкие, дохленькие я отобрал, вот, и это сейчас поставлю, замочу, в корневин смочу и поставлю на укоренение, просто поразвлекаюсь, ну, я думаю, что только половина в лучшем случае даст корни, вот, поразвлекаюсь, будет очень интересно, даст такие тонкие или корни или нет. Это подарочный, это вот РПС мне из Белгородской области подарили, спасибо вам большое. Вот, которые помощнее, я их промаркировал, а эти, вот, просто для изучения, что этот, в целом, лозы винограда, какой и как дает этот прирост. Вот, вот такие у меня, это маркер, я для друзей заказал, мне с Краснодарского края прислали, для вина, винный сорт технический, вот, ну и вот такие вот петелечки, наконец-то замутил, тут, конечно, чуть приходится вот так вот поработать, повыдергивать, но тем не менее хорошо петлички эти работают. Вот так отрываю, вот такая петля получается и вот такой маркер не смывающийся. Вот так вот я все маркирую и делаю. Ну и вам желаю успешных новогодних праздников, вот, и всех поздравляю с Новым годом. Спасибо.